Дорогие друзья, всем привет! Благодарю, что вы со мной. Сегодня у меня очень легкий, простой и вкусный салат. С добавлением салата фризе, помидорки черри и орешки. Я орешки немножко поджарила. У меня здесь миндаль, кешью и фундук. Все. Приготовим заправку. У меня рапсовое масло. Можно взять совершенно любое. Сок лимона. Любой подсластитель, сахар, мед. Все это мы хорошо перемешиваем. Обязательно посолить. И теперь попробуем на вкус. Но сильно я не солю, сейчас узнаете почему. Заправляем наш салат. Так, перемешиваем. И я решила добавить бекон. Посмотрите на этого красавчика. Поэтому он уже подсоленный. Я его поджарила, и видите, на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир. Нарезаем. Спасибо, что вы поддерживаете мой канал. Подписывайтесь. А я готовлю для вас просто, быстро и вкусно. Так, все, перекладываем наш салат в красивую тарелочку. Добавляем бекон. Можно добавить сыр, но сегодня мне захотелось именно такой, не сильно калорийный. Хотя бекон, конечно, калорийный, но зато посмотрите, как это красиво, просто и вкусно. Всем пока! Я жду вас на моем канале. До встречи!